Всем привет, с вами развлекательный канал SNTG, меня зовут Слуцкий Александр. Я Банных Александр. Продолжаются кооп-сезоны, поехали. Так точно. Поехали. Поехали. Поиск оппонента. Надеюсь, сейчас все будет тоже окей. Надеюсь. Ну, в прошлом матче у нас не составило труда обыграть соперника. А вообще. Сигарку покуривали. Оппонент найден. Ибра, у меня Ибра, Саня. У меня Лавесси опять. Ибра, все, потерялся ворочек там просто. Сиригу, блин, как быстро загрузилось. Играя. Да, отлично. Против все наладилось. Италия, ух ты, интересный ты, матч. Мы еще ни разу против Италии не играли. Да против сборной играем вообще, вот. Ну, мы против бразильцев играли, по-моему. Что? Да, мы против бразильцев не играли, мы против бразильцев вылетали. Нас не загружало. А, да. Я смотрю, центр, они давай сюда. Прессингуют. Подойди поближе. Да вон подхожу. Блин, да что меняется-то у меня игрок? Они ниже прессингуют просто, поэтому нам очень трудно вы. Ай не туда. Ай не туда. Заброс. Нет. Вандервиль, ну, блин. Видно уже, что соперники посерьезнее. Ай. Надо собраться, парни. Фланг. Ух ты. Ой. Справились. Тихо. Лукас, ой, тут пас отдай. Жестокий прессинг. Подка. А, вратарь. Гол. Как немцы. Нет! Как немцы бразильцам сейчас могли бы забить. Верратти. Да Ибрагимович, что такой медленный? Вот сейчас нам жопа, похоже, будет в этом матче. Нет, ох, сейчас нам надерут жопу-то. Да это только начало, Саня. Верратти против Верратти играет. Да. Да смотри, что творят. Смотри, что делают. Может, там один парень? Я сомневаюсь. Хотя, может быть. У нас не настроено же, да? Нам нужно в быстрой контратаке пытаться убегать, потому что шансов нет. Быстрые передачки надо делать. Ой, блин, задумался. Не дают разыгрывать, потому что вообще. А сами он как. Катает. Алекс, вверх. Почему на фланге никого нет? Да блин, бесит меня это! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Навес сейчас будет. Андреева. Вынос. Алекс, ну он хорош головой, конечно. Да. Чисто, да, блин, чисто, Саня! чисто, все. Ох, отомстил. Саня, забегай Лука сам. Да почему? До Ибрагимовича не дошло. Ибра, забегай. Да не успел я выбрать его. Там, блин, я промедлил еще, мне меч отобрали. О-о-о. Стой, ворочек. Не успел. Балотелли. Все нормально. Ну так бей, Балотелли, дальше. Мы согласны на такие удары. Выношу. На Ибрагимовича, да. Ну так тоже можно. Играть не своим подыгрывая. Срезка, блин. Века. Фланг. Вот оно. Прострел. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. А, вот это шанс был. Урод был. Подаю. Алекс. А где Ибры? Алекс. Ибра на подборе стоял, вон. Почему-то. Вниз. Ой-ой-ой. Ибра. Я просто боялся перехвата, поэтому так сыграл. Ну чё? Что было-то? Ничего не было. Было, но... О, я мяч хотел. Я ничего не видел. Судья тоже пожалел, так что... Я тоже ничего не видел. Ну... Бальзагли или как там? Барцали. Барцали. Ой, Саня. Все нормально. Все рассчитано. Я говорю, все рассчитано. Там вообще все рассчитано. Почему на Вибру вообще не идет игра? Очень плохо принял сейчас мяч. Да. Вот это хорошо. Дальняя. Блин, не дойдет. Бей! Матуиди может ударить! Ох, как вытащила. Ну, правильно.
Тоже на воротах Италии, да? Кстати, дерби двух. Серегу. Итальянских вратарей первых. Да чё? Да чисто же было, ну судья. Вот ну, реально чисто. Это за прошлый фол тебе. Де Росси. Ох, какая подача. Ох. Опасно. Сейчас бы скинул в центр, и все. Ибрагимовичу. Нет, не Ибрагимовича. Да, почему не добивает-то он, я понять не могу. Слабый Серегу. Устал. Сразу же передача. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Отлично. Ибра. Нет. Ну то иди. Ай, накрыли. Было бы круто, если бы прошла передача. Ой, так была хорошая, да. Потихонечку. Тьфу-тьфу-тьфу. Начали переламывать. Да чтоб тебя. О-хо-хо-хо-хо. Балотелли. Постой ты. Как так-то? О, желтая, желтая. Вообще хреново, да, парень? Вот это что было, блин? Выбивайся, Миша. Стой, Саня. Да выбивай. Ибра бегает туда-сюда. Да. Почему не добивает он до него, я понять не могу. Ибрагимович тут помог. Лукас, Лукас, блин. Да, блин. Куда камера ушла? За мячом. Лукас. Да не туда же. О, не тому. Да что? Вот это да. А, не успеет. Выйдет! Опять поприжали нас к концу тайма. Ой, Тиаго Сильва, а? Сэ. А, не успел бы. Мяч у нас. У нас, у нас, у нас. Центр, центр. Да даю уже. Не надо. Ай, не успел, не успел. Я уже пас хотел дальше делать. Хорошо. Как обидно. Какой он медленный, что он там делал, а? Сейчас бы один на один выход был. Отлично. Офсайд опять? Нет. Нет? Нет. Нет, сказал! Я нет сказал! А, не успел, да, Саня, нажать? Не успел. То есть нажал, но... Ой-ой-ой, Саня. Да бегу, бегу. Я не уверен, что я закрою этого. Отлично. Спустились там в защиту вообще жестко. Но вся команда бегает, то в атаку, то в защиту. Офсайд. Но защитники как-то выходят и ловят все время. Выношу. Все, короче, конец тайма. Фух. Да, вот эти ребята. Или один, не знаю. Ты не показывают ники, да? Посерьезнее. Не показывают ники? Один ник, по-моему, я успел заметить. Ну, может, и два их там разных. Я честно говоря, не это. Не обращал внимания. Ну, Ибра, выбери. Вот это мы потеряли мяч, конечно. Отлично. Ох. Офсайд. Офсайд, офсайд. Конечно. Давай на Ибру пофигу. Да не. Разыграем. Низ. Ладно. Почему опять ты был? Я не понимаю этого. Я вот тоже этого не понимаю, если честно. Да почему я-то везде? Не, ну сейчас я бежал закрывать игроков. Это я бежал вообще другим игроком, потом выбрался этот игрок, потом опять тот игрок.
Хорошо. Да пас отдайте. Да блин. Ладно. Угу. Сразу пас отдавал уже. Ну что ж такое? Что они так тут тормозят? Там лежат, блин, игроки. Судья. Ой, опасно. Ой, стой, ворочек. Ой, стой, ворочек. Ой, нет. Ой, хорош. Ой, Серегу, а. Сереженька. Серега. Серега. Я Ибрагим побежал, короче. Там не проходило на Ибрагимовича вообще никак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Алекс! Успеет, успеет, успеет! Выношу. Не смог вынести, блин. Накрыли. Это матч. 0-0. Прям как полуфинал чемпионата мира, я не знаю. Ой-ой-ой-ой. А, в мордашку. Вот это опасно сейчас, очень опасно. Ой-ой-ой! Ибрагимович, не тупи, пожалуйста. Может, заменки, Саня? Сейчас, сейчас пятая будет, нажму на эскейп, когда у нас мяч будет. У нас мяча-то нету. Вообще во втором тайме, вообще мяча нет у нас, практически. Вератти, у меня тоже Вератти выбран. Ты это обманул? Вератти против Балотелли, это жесть. Все, меня, меня, нет, блин. Нет, нет, угловой же. Я не успел, так надо было, когда я отнимал уже. А, ну да, вратарь. Вот теперь да. Вератти поменяем. Он устал. Выпускай Пасторы. Пасторы, да. Кавани выпусти вместо Лукаса. Да. Может, Кавани вместо Ибрагимовича? Не-не-не-не. Ибрагимович пригодится. Может, навес будем делать. Все нормально. Лукас что-то не заметен в этом тайме. В этом да матче. И в Лавесе тоже. На фланге не работают. Ну, ладно, все. Вот так. Две замены. У них тоже замены, кажись. Да. Или они просто ждут до конца. И вот они, собственно, замены. У них тоже замены. Три у них аж. Пирло ушел у них. Ну, Пирло, он устает, да, все время. Ой-ой-ой-ой. Иди. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Крою, 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 крою. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. А почему так-то пас отдал? Ой-ой-ой. Вообще не выпускают нас на вес. Отлично! Серега, мы тебе памятник создадим после этого матча. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Сань! Все нормально же, мяч. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас вот опасно. Серега! Ну это семечки. Давай, Кавани. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ё-моё, я думал наш. Да нет, я там в подкате же мяч-то выбил. Бежать бы в контратаку одну какую-нибудь. Ну. Офсайд бы мог быть, блин. Давай-давай-давай, Саня. Даю-даю-даю. Давай, беги сам. Ибра. Не-не-не, не доходит вообще никак. Оп! Хорошо! Верни, подача. Верни! Ай, да. Надо было вернуть. Ну ладно. Вот сейчас перешли в атаку. Надо пользоваться, Саня. Надо пользоваться. Ну зря, зря, зря. Да блин, ну я не знаю, там уже что делать. Ой. Ничего нету. Пасторы. Отдохнувший пастор на скамейке. Тихо.
Это влоги называется, охрененно просто. Хорошо. Центр. А блин. Да блин. Задержали там его. А? Да что ж такое? Нет, нет, Касано, вышедший. Справились. Выкрутил. Вышел. А нет. Да блин. Офсайд долбанный. А с Александр? Александр! По ногам-то дали. Сволочи. Вот это матч. Какой нахрен чемпионат мира? У нас тут свой чемпионат. У нас тут первый дивизион. Это тоже чувствуется первый дивизион. Да. Не то, что в том матче. Где все-то? Да вообще никого нет что-то. Надо было просто выноситься. Вот сейчас вот. О нет! О нет! Фух, вот сейчас ёкнуло у меня все, что можно. Все, что может ёкнуть. Все, друзья, 0-0. На последних секундах нас могли похоронить просто. Но перекладина. Как говорили на чемпионате мира, да? Перекладина Коста-Рики должна прийти на пресс-конференцию как лучший игрок матча. После матча с голландцами. Ну что, ладно, ребят. Увидимся в следующей серии. Не забывайте про лайки, подписываться на этот канал, на канал Александра. Фух, пока.